что ж, расскажите, какие образы вы выбрали для финала и почему? Мы выбрали Сару Брайтман и Андреа Бочелли, потому что мы обожаем, даже я за тебя скажу, мы обожаем этот номер. Он действительно стал классикой. Это классика «Time to say goodbye», да, да, «Портьеро». И Женя у нас будет в образе невидящего Андреа Бочелли, поэтому я буду поводырем. Я еще буду петь тенором. То есть сегодня многие люди узнают, что я могу еще и тенором петь. Да. Ах, вот так. Я буду петь тональность один в один. Один в один. Это подвиг. Подвиг для крепкого баритона, это подвиг. Да, это правда. Это самый ожидаемый дуэт. Многие, очень многие телезрители и писали, и ждали, когда же вы споете дуэтом. И это просто счастье, что вы выбрали именно Сару Брайтман и Андреа Бочелли. Мы провожаем вас в нашу кабинку колеса обозрения на этот раз, которая поднимет вас к необыкновенным высотам этого чудесного дуэта. Встречайте, друзья, Сара Брайтман и Андреа Бочелли. Con me, con me, con me.